каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Манив с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на новое видео с канала «Знакомьтесь, Боб». Называется оно «Боб тонет в нефти». Погнали! Боб снова умрет, ничего нового. И сегодня он решил порыбачить на своей новой моторной лодке. Как он заплыл в нефть? Осторожнее, Боб. Судя по этим черным пятнам, где-то рядом произошел разлив нефти. И тебе не повезет, если лодка заглохнет. К сожалению для Боба, длительные испарения нефти могут вызвать боль в груди и сильный кашель. А при сильной концентрации паров без респиратора Боб умрет почти мгновенно. Ты решил искупнуться? Это очень плохая идея, Боб. Ведь нефть мгновенно покроет пленкой все твое тело. А частый и длительный контакт с нефтепродуктами может вызвать на коже экземы и даже некроз. Более того, если Боб проглотит достаточно нефти, то его ждет сильная рвота, а также возможен частичный паралич. Но куда опаснее разлива нефти для морской фауны. Например, из-за аварии на американской платформе Deepwater Horizon нефть унесла жизни 7 тысяч животных, разлившись на 75 тысяч квадратных километров. А это в 3 раза больше Израиля. Впрочем, без нефти современный мир не мог бы существовать. Даже двигатель на лодке Боба работает на нефтепродуктах. Кстати, о лодке. Пора бы тебе выбираться отсюда. Попробуй еще раз ее завести. Я говорил, что нефть одно из самых горючих вещей. Маленькой искры достаточно, чтобы она... Хочешь больше экспериментов от Боба? Тогда подписывайся на канал и ставь лайки. Главное напомнить о том, что нефть как бы огнеопасна после того, как уже искра произошла. Главное, своевременность, так сказать. Своевременность — это самое важное, что есть в человеке. И, конечно же, автор этого ролика для Боба своевременно подал эту информацию. О, боже, это крутые видосы, реально. Вышло только вчера видео, и оно реально крутое. Не знаю, как они так быстро их делают, потому что это анимация, это реально очень трудоемкий процесс. Это очень крутая работа. Прям снимаю кепку перед этими господами, потому что я не могу снять, у меня тут наушники, а что, и у меня голова не мытая. Вот такие вот дела. Ребята, ссылочка на оригинал в описании, там есть другие видео про «Знакомьтесь, Боб», там есть много видосов про Боба, которым... Что случилось с моим микрофоном? На него вы подписывайтесь, ставьте ему лайки, а также, если вам понравилась моя реакция, можете также подписаться на меня, поставить мне лайки, подписаться на мою группу ВКонтакте и на мою личную страничку ВКонтакте. Всем удачи, всем пока-пока!